С начала текущего года в Бресте произошло 23 несчастных случая на производстве, 4 из них со смертельным исходом. По каждому происшествию проведены детальные проверки и анализ. К ответственности привлечены виновные. К сожалению, основная причина, по которой произошел тот или иной несчастный случай, это, конечно, прежде всего личная неосторожность, несоблюдение трудовой и производственной дисциплины и несоблюдение элементарных мер безопасности. В 4 случаях произошло по вине нанимателя, тоже соответствующими структурными подразделениями сделаны определенные выводы, приняты определенные меры. Несчастные случаи с тяжелым исходом на производстве – важная, но не единственная тема мероприятия. Также в центре внимания оказалась деятельность специалистов по охране труда в учреждениях здравоохранения, результаты профилактических перекрестных мониторингов, организации ЖКХ и работа ЖРУ Бреста по очистке крыши карнизов зданий от наледи. Подвели итоги деятельности мобильной группы Брестского горосполкома за 11 месяцев текущего года. В городе Бресте очень эффективно работает мобильная группа. В текущем году мы произвели 91 выезд, проверено 134 субъекта хозяйствования, выявлено 3500 нарушений. По результатам данных мобильных групп мы по каждому субъекту хозяйства выдаем рекомендации, ставим на контроль и отслеживаем ситуацию по их выполнению и устранению тех или иных причин. В ходе мероприятия не раз подчеркивалось, для сохранения жизни и здоровья брестчан необходимо использовать весь арсенал мер. К сожалению, далеко не всегда несчастные случаи можно предупредить. Однако соблюдение правил и личной, и технической безопасности – это уже большой вклад в дело. И очень важно, чтобы на предприятиях работали люди, специалисты по охране труда, контролирующие эти процессы не на словах или только по документам, а на деле. Со стороны руководства города Бреста и Брестской области поставлена основная задача – это минимизировать травматизм на производстве. Поэтому наша основная задача сегодня – усовершенствовать мероприятия по охране труда и сделать так, чтобы город Брест был самым безопасным городом. Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.